Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о шотландской вислоухой кошке. Шотландские вислоухие кошки или Scottish Fold – животные, которые способны очаровать любого. Они умны, добры и забавны. Представители породы сильно привязываются к своему хозяину и прекрасно уживаются с другими домашними животными. Но только на этом замечательные качества шотландцев не заканчиваются. Шотландским вислоухим кошкам есть чем удивить и даже восхитить. Итак, представляем вам необычные факты о шотландской вислоухой кошке. Котята шотландской вислоухой рождаются с прямыми ушами, которые опускаются через 3-4 недели. Однако иногда бывает так, что уши у котенка остаются прямыми на всю жизнь. Такие кошки получают название шотландских прямоухих или Scottish Straight. У всех шотландских вислоухих кошек уши висят по-разному. Считается, что чем сильнее прижаты уши и чем меньше они по размеру, тем кошка породистее. Шотландских вислоухих кошек и котов нельзя скрещивать между собой. Для разведения им необходимы шотландские прямоухие кошки и коты, у которых есть ген, отвечающий за развитие костных и хрящевых тканей. Скрещивать шотландскую вислоухую кошку с шотландским вислоухим котом запрещается. Котята могут родиться с серьезными отклонениями и мутациями. Шотландские вислоухие кошки хорошо поддаются дрессировке. Представители породы обладают высоким интеллектом и природной ловкостью. При надлежащем обучении они могут вставать и ходить на задних лапах, а также выполнять несложные трюки. Шотландская вислоухая кошка – молодая порода, стандарт которой был принят только в конце 20 века. Легенда происхождения породы гласит, что в 1961 году англичанин Уильям Росс приобрел необычного вислоухого котенка у знакомого фермера. Его мать, белая вислоухая кошка Сьюзи, была первой замеченной представительницей новой породы. Долгое время шотландские вислоухие кошки практически не разводились в питомниках, потому что существовал большой риск возникновения генетических заболеваний и мутаций во время селекции. В 1973 году потомки вислоухой Сьюзи попали к заводчице Салли Вульф Петерс, и уже вскоре шотландские вислоухие кошки получили общемировое признание. Шотландские вислоухие кошки остаются игривыми до самой старости. Они обожают вовлекать в свои игры всех вокруг. Эти животные отлично находят контакт с детьми и могут часами резвиться с ними. Среди самых любимых игр шотландских вислоухих – прятки, охота за фантиком и догонялки. Шотландским вислоухим кошкам нужна особая диета. Представители породы обладают отменным аппетитом и склонны к ожирению. Поэтому хозяевам этих животных важно следить за тем, чтобы питание их любимцев было сбалансированным и строго нормированным. Таковы необычные факты о шотландских вислоухих кошках, забавных и милых животных, в которых невозможно не влюбиться. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!